Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Иерусалимская элегия, любимая, посвящена моей музе Ринальде, экстрасенсу и ясновидящей. Не трогают сердце мое ни печали, ни взгляды, ни смех колдовской, ни слова. Да, силы любви злые чары уняли. Душа, как весна, вновь вступила в права. Однако по-прежнему нет ей покоя. Спасибо, но я жду тебя и люблю, и сердце стремится к тебе без покоя, свободную, чистую душу мою. Зову твои образы здесь поселиться, здесь, в городе света, как в сердце моем, с камнями и стенами древними слиться, мечтая о доме и Боге живом. Я здесь без тебя, словно замок безлюдный, как принц без принцессы, как ночь без луны. Влети в мой бессмысленный сон беспробудной грозою и ветром волшебной весны, и будет цвести мир иной на ладони. В нем дом наш родной вновь с небес не зайдет. Там есть только мы, души наши на троне, и ангелов света высокий полет. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. 15 марта 2014 года, Иерусалим. Иерусалимская элегия, любимая.